Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видосик по Мазингу. Пацаны, нашлась группа того модпакера, какой делает модпак для Мазинга. Вот его группа, ссылку я оставлю в описании, кому будет интересно зайти посмотреть. Здесь есть вся информация, я себе картинки сохранил на комп, дабы было удобнее смотреть машины. Их довольно-таки много, кстати, я нашел здесь. И также у него есть свой канал. Вот его канал, короче. Я тоже подпишусь. Хотя другого аккаунта сейчас сижу, ну ладно. Вот у него канал еще есть, ссылку тоже я оставлю в описании. Ну, благодарность просто, я беру его материал. Надеюсь, он на меня страйк не кинет. Ну да ладно. Вот у него есть три видоса, это презентация. Ссылку на канал, повторюсь, оставлю в описании. Подписывайтесь там, кому интересно. Давайте посмотрим вот эти ролики, потом уже перейдем к скриншотам машин. Давайте, вот первый ролик. Я буду смотреть без звука, потому что... чтобы мне не дали страйк за авторские права. Потому что, да, такое может быть. Что меня здесь очень хреново грузит, пацаны, извиняюсь. Опера, хули, Украина, сами понимаете. Это BMW 5F10, просто красавица. И, как я понял, чувак с нуля делает их. Я так понял, реально, что он их делает с нуля. Как там назад кнопку нажать? Вот это да. Все. Так, презентация Audi. Это у нас Audi, я так понимаю. А, Q7. О. Q7, кстати, мне нравится. Давайте посмотрим. Вот такая вот Audi. Извиняюсь за качество, потом можете зайти на канал и сами посмотреть в хорошем качестве. Видите, Amazing Roleplay пишется. Все четенько, салон классный, просто реально круто. Давайте обратно нажимаем. Презентация Audi R6. Avant. Давайте посмотрим тоже. Вот Audi реально сочно тоже. Мне очень понравилась такая прям сосочка, просто сосочка. Прям, ну, красиво делает чувак. Я так понял, он их с нуля делает. Но многие пишут, типа, вот воруют модели у Redmi'а. Ну, не знаю, пацаны, я вам точно это сказать не могу. Серьезно, я вам точно этого сказать не могу. Кстати, не забывайте видосик про вот этот видосик, короче, про Бэху. 300 лайков, пацаны, я разыграю Бэху М5 на блат-номерах в тюнинге. Не в полном, но в тюнинге, короче. Погнали дальше. Так, давайте теперь перейдем к скриншотам самим. Так, сейчас я выделю. И открыть. Сейчас посмотрим. И первый у нас попадается, это Nissan GT-R 34. Вот такой вот красивый. Прикольный диск. Давай я увеличу. Точнее, давайте. Вот такой вот прикольненький, дисочки вот эти мне нравятся. Довольно-таки прикольно выглядит. Лавочка стоит. Ну, блин, такой годненький Nissan Skyline. Это легенда, я думаю, все знают и смотрели фильм «Форсаж». На нем ездил Пол Уокер, царство ему небесное. И очень довольно-таки круто выглядит машинка. Мне нравится. Давайте перейдем дальше. Range Rover SVR. Вот такая вот фоточка есть. Вот у нас Range Rover. Так, давайте я открою. Так вот, подробно посмотрим. Это SVR. Номеров на нем нету. Ну, номера он потом, наверное, с нуля делает. Тоже, как и машины, как я понял. Тоже довольно-таки прикольненький. Я думаю, возможно, его, кстати, вместо SVR добавят. Либо вместо Lexus добавят. Я точно сказать тоже не могу. Хотелось бы, конечно, с ним пообщаться лично. Узнать все. Возможно, взять интервью. Но хз. Захочет ли он со мной разговаривать или нет. И вообще, думаю, он меня даже не знает. Так, это выхлоп у нас или что? Ну, что-то он типа красный такой. Ну ладно. Давайте следующую машину посмотрим. Это у нас следующая тачка, Jaguar F-Type. Такой, я знаю, есть на Redmi'е. Да-да-да, такой есть на Redmi'е. Но все же. Не знаю, мне кажется, они отличаются, эти модельки, от модельки на Redmi'е. По-любому отличаются.
100% просто. Реально. Выхлоп такой дерзкий у него. Ну, тоже круто выглядит, тоже какая-то завышенная. Ну, наверное, так скриншот сделали. Так, дальше идем. Гелик. Особо изменений я почему-то не увидел в нем. Возможно, вы увидите. Он писал, типа, сделают лучше оптику. Ну, хз. Там сзади есть такие стробоскопы, типа, ну, по мне, как по мне, надо было их убрать бы. Потому что, ну, не вписывается. Он более на реально ФСБшный гелик смаху, чем на какой-то бандитский. Как он, кем он является, в принципе. Так, дальше. Обратно Jaguar F-Type, уже с мордашки. Не, ну прикольная машина, но я не любитель Ягуаров, конечно, но выглядит довольно-таки прикольно. Такая надпись у нас Ягуар здесь. Карбоновые у нас стекла заднего вида. Колесики с значком Ягуар. Ну симпатичный, симпатичный, ничего не могу сказать. Симпатичная машинка. Так, а вот у нас моделька, это Audi. Какая? А какая это сейчас? Не знаю какая. А8, по-моему. А8 же, по-моему, еще не вышло. Ну, видимо, он заранее делает эту модельку. Увидел ее в интернете. По-любому, слили же картинки этой Audi. Ее должны вроде скоро представить, либо уже представили, я точно не знаю. Вот такая вот оптика. Ну, видите, он с нуля делает модельки. Реально, это круто. Респект ему за это. GLE, по-моему, если я не ошибаюсь, Mercedes. Не знаю, какой именно, но GLE, по-моему. Или AMG V8, я вижу надпись. Ну, такой симпатичный, я все такой бы взял. Вот его бы лучше поставили вместо гелика, серьезно. Я знаю, там много любителей гелика, но если бы вот этот поставили, я думаю, не все бы разочаровались, потому что тачка тоже классная такая и симпатичная. Так, Lexus. Lexus я уже показывал в предыдущей серии, кстати, посмотрите ее. Ссылочку я оставлю в описании. Lexus вот такой вот симпатичный тоже. Не помню, как он называется, но я тоже не фанат Lexus, но выглядит довольно-таки годно и классно. Вот BMW, это M5 F10, какую он в видосе показывал, и скриншоты я в предыдущей серии показывал ее. Видите, чувак модельки делает реально с нуля. И это заслуживает реального уважения, потому что это очень трудно, как я думаю, это очень трудно. Если скриптить, это трудно, а вот модельки делать с нуля, это, наверное, просто жесть. Mercedes 222, по-моему, если я не ошибаюсь. AMG-шные каточки у нас. Симпатичный такой, симпатичный. Не знаю, на что его заменят. Даже себе представить не могу. Хотя, что у нас такое есть прикольненькое, на что его можно заменить. Блин, я даже серьезно не знаю, на что его можно заменить. Что у нас такое есть прикольное. На Mercedes, может, его заменят на E63, возможно. Либо вместо Майбаха поставят, я не знаю. Но выглядит довольно-таки круто. BMW M5 E39, по-моему. Если я не ошибаюсь, это такой кузов называется. Тоже круто выглядит довольно-таки. Вот тоже легендарная BMW. Каточки вот эти стандартные, классные. Да, классно делает чувак, конечно, модельки. Ну, такая тоже хорошенькая. Хорошенькая моделька. Я бы себе такую, на самом деле, купил бы. Не знаю тоже, вместо чего ее поставят. Toyota, не знаю, Camry, не Camry, но Toyota, короче. Вот такая вот Toyota, симпатичная также. Не знаю, хорошая она или нет. Я не помню. Вот Toyota Camry есть 2015 года, по-моему. Вот она симпатичная, как на родине. Тоже такая симпатичная. Это я не знаю, Camry или не Camry. Я не слежу за Camry новыми и так далее. Ну, это такая тоже симпатичная. Четырехдверная, скорее всего. Ну, тоже классная, я думаю. Прикольненькая такая. Так, Dodge SRT8. Если мне память не изменяет. Полосы вот такие вот. Ну, это скриншот в апреле был сделан. Я просто сотел даты. Вот прикольный тоже. Реально прикольный. Я думал его в том отпаке добавить. Помните, нам давно еще показывали. Федя Чущин на стрим, по-моему, показывал вот такой вот SRT. Ну, я думаю, его бы лучше поставили вместо Камара. Поставили бы вот такой SRT. Я думаю, было бы прям охрененно. А так, моделька прикольная. Так, Lamborghini, пацаны, Lamborghini, просто, блин, я когда увидел, был в шоке. Это Lamborghini, вот это, знаете, джип такая, Lamborghini, в МТА я такую снимал тоже. Бля, просто классная тачка, я бы себе такую реально купил, мне кажется, она будет стоить бешеных бабок. Ну, лямов, наверное, 10 будет стоить, и либо 8. Но тачка реально годная, надеюсь, ее добавят, тачка реально очень классная. Я бы хотел, чтобы ее добавили. Так, давайте дальше идем. Тот же самый Mercedes, что я уже показывал.
скриншоты просто в разброс, пацаны, не обращайте внимания. А, GLE это, да, 63-й, AMG. Вот такой вот классный выхлоп. Ну, блин, мне он больше нравится, чем Елик, серьезно. Мне что-то вот эта тачка больше нравится, чем Елик. Ну да, Елик это там бандитская классика и так далее. Ну, ладно, у каждого свое мнение. Dodge SRT, вот. Это уже, походу, другой начал делать. Видимо, тот он решил придумал делать. Короче, вот такой доджик тоже классный. СРТ. Надеюсь, его вместо Камара поставят. Потому что, ну, Камара такое себе, не знаю. Мне моделька Камара вообще не нравится. Лучше бы поставили что-то другое. Так, видимо, это у нас все картинки, короче, пацаны. Ну, чё, как-то так, пацаны. Вот такой вот СРТ. Прикольненький, классненький. Ну, много вообще на сегодня тачек было прям. Очень много. Повторю, ссылочка на канал данного модпакера и на группу его тоже будет в описании, можете там следить за новостями. Если будет там много чего нового появляться, я не знаю, наверное, запишу тоже видос. Напишите вообще, снимать такие видосы или нет. Ну, я люблю реально разговорные видосы снимать. Мне это по кайфу. Не знаю, как вам, мне по кайфу. Ладно, всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, кто не подписан. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side.